на манеже белая лошадка. Тяжело нести лыжи, но лыжи твои. А куда ты собрался? На лыжню России? Ну, пошли. На, держи. Держи свои лыжи. Держи свои лыжи. Вот Толян собрался на детскую лыжню России. Он пробежит маленькую дистанцию. Покажи свои лыжи. Вот такие у него крутые лыжи. Сегодня разговаривает как марсианин. Потому что на обычную человеческую речь затрачивается очень много энергии, а ее надо сохранять до старта. Толик уже надел лыжи свои. Толян, помаши рукой. Идет по лыжне, готовится к лыжне России детской. Сейчас мы уже с тобой будем стартовать, Пономарева, да? Мария, Орлова, сил Анфиса, много? Шуликова, Варвара. Углеводкой загрузился? Все, значит, готов на пьедестал, да? Вот уже два дня подряд я сижу, рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу целый свет в самый свой любимый цвет. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни оранжево поют. Тут явился к нам домой очень взрослый дядя, покачал он головой на рисунок глядя и сказал мне: ерунда, не бывает. Начинается, Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни оранжево поют. Только в небе в этот миг солнце заблестело и раскрасило весь мир так, как я хотела. Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг
Оранжевое небо, оранжевое море. Ну вот уже детский старт, буквально через несколько секунд они стартанут и бомчат свои 600 метров. Наблюдаем. Давай, давай, ребята, молодцы, встаем! Встаем, встаем! Пошли, давай, 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 давай! Молодцы, Толян! Толян, молодец! Давай, молодец! Оля, молодец! Оля, давай, не спеши, не спеши, иди, молодец! Оля, молодец, идем! Давай! Опа! Давайте, молодцы, ребята! Оля, давай, давай! Получит, Толян, приз получит. На что идет, не падает. Толян, как настроение? Нормально? Давай, молодец. Толян работает, еще пока что ни разу не упал. Идет как профессионал, спокойно, никуда не спешит, раскладывает свои силы на все 600 метров. Давай, Толян, молодец, передохни немножко. Идет к победе, к финишу, к своей медали. Толян уже прошел полкруга. Его преследуют двое соперников. Сидят у него на лыже. И потихонечку догоняют. Но на финише мы будем стараться оторваться и получить медаль. Спортсмены хорошо идут. Буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. До финиша остается метров 15. Толян не сдается. На всех парусах идет на морально-волевых. Очень устал. Так что встречаем его на финише. Давай, 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 давай. Все, Толян, молодец! Толян финишировал и получил медаль. Какое второе место! Сейчас у него еще тут медаль есть, и грамота еще. Толясик, дяде Коле спасибо скажи. Готовы? Вот, молодец. Дядя Дима здесь, дядя Коля всех угощает пирожками, чаем. Вот так вот праздник сегодня устроили на дубках. Итак, финиш. Самовар настоящий, топится там водичка.